Один час прошел, время смотреть постройки. Все, иди. Демоч, Кусь, ты крутой, я знаю, что это за игра. Слышал, что тебе сказал Арконус, сделай полную игру в кальмара. Он после этого видео я потратил все свое золото на блоки. Пуф. Обалдеть, пусть дальше 4 бесплатных. Ага, где он с Китая? Ну ничего, сейчас посмотрим, что это такое. О, Мады Инчина. Включаем! Угрыть! Всем привет! Сегодня будет битва строителей, в которой мы будем строить квест испытания, ну, в таком виде. За 2 часа. Гусь, тебе хорошо? Так, короче, расходимся по командам и строим типа квеста на прохождение, что-то такое. Сейчас запускаю салют по традиции, мы начинаем. Начинаем строить официально от уха. Два, один, 30 минут прошло. Все, я иду ко всем. Первый будет черный. Пират, пускай меня. Что тут у нас построил пират? О, ступеньки. Крутые ступеньки, прям по-пиратски. Прыгать в воду, которая из обсидиана. И это ты построил за 30 минут? Серьезно? Не жалко тебя. Ну ладно, посмотрим. Ты там зеленый сделал, ты это... Скажешь, что его тебе... Ну, короче, его еще сильнее жаль. Не важно. А, стоп, а разве игра в кальмара это квест? А стоп, это реально квест, игра в кальмара? Ну это спорный вопрос, ну ладно. А не, подожди! Если там будет только один уровень, то это не квест. А если там будет полная это игра кальмара, то это будет квест. Слышал, что тебе сказал Арконус, сделай полную игру в кальмара. Ну или хотя бы половину. Тут, кстати, красиво это все. Ну ладно, посмотрим. Игра в кальмара это круто. Поставим 10 из 10. Хлебусик, принимай. Хлебусик, блин, ты только одну платформу. Ладно, мне еще жальче тебя, чем пиратом. Я тебе так скажу. О, пальма. Первые 15 минут он сделал только пальму. Пальма, круто. И то без листьев. Не, ну листья есть, но их тут реально не хватает. Иди ко мне, пошли, пожалуйста. Раскидями. Так, дальше у нас Фотик. Я ничего не сделал. Ты ничего не сделал? Оу, Фотик вообще топчик, только травы мало. О май. Так, вот паркур сделал. О, а он что, реально паркур собирается нам дать? Это не паркур, паркур. Это чуть другой. Это паркур для ПВП, оп! Ой, я упал на первом прыжке, есть ладно. Реально, конечно, это чуть другой. Короче, тут будет ПВПшка, ладно, давайте я пойду дальше. Что тут у нас? Это красная... Там... А, вот типа там надо будет что-то... Ну ладно, потом посмотрим, сейчас не очень понятно, только первое. Гусь, а где твоя постройка, типа? Зайди в портал. О, порталы. Я, мне кажется, ты знаешь, что ты сейчас будешь. Hello, can I get 5 рары? О, вы можете получить 5 ры? Блин, мне кажется, Гуси я сможет знаю, нас всех выиграть. Я знаю, что это за игра! Гусь, ты крутой, я знаю, что это за игра! Гусь, okay, ты точно выиграешь в этом конкурсе, но, конечно, вторым местом после меня. Не сомневаюсь. Ладно, да. А теперь самое важное, смотреть моё. Давайте посмотрим. Так, игра, загружаем. Начинаем смотреть, что я построю. Я построил небо. Красивое. Это что за чебоксары? Это небо. Вот это ладно. Холмики, потому что тут вот эта фигня стоит. А, хорошо. И зачем тут? Ну, я заново загружу. А вот тут самое красивое, обычное вход куда-то. Это подземный вход. Это вход в лабораторию, где трава и песок пересекаются. О, боже мой! Все, это 10 из 10 столько. Ладно, и вообще-то тут должна быть крепость. Один час прошел, время смотреть постройки. Все, иду. И начинаем с пирата. Все, все молчать, посторонние разговоры в сторонку. Так, пират, о, тут у него какая-то лестница, по которой можно забраться и упасть в воду и утонуть. Вау. Это что такое вообще? Это как пушка или какая-то... Ладно. Тут есть вода. И это ты построил за полчаса, добавил какую-то пушку и все. Пират, мне кажется, ты категорически не успеешь. Шо у нас тут? Игра в кальмара продвигается. Ого! А, это же я уже смотрел. О, он строит куклу.
За полчаса он построил вот эту куклу. Вот, блин, нос как у жителей из Майнкрафта. Надеюсь, что ты ничего не успеешь. Ух ты, доброжелатель. Так, дальше у нас тут деревья с листьями. Ого, пейзаж строят. Но где тут квест-то? А, мы будем на необитаемом острове выживать и превращаться в шоу. Ну, я ничего не застроил, как бы. Дальше, розовая команда у нас тут паркур. Это не паркур, это... А что это? Тут надо прыгать, это точно паркур. Так, привет. Ладно, так, тут стоит человек, которому надо 5 рыбок. Вот тут сама рыба, тут можно рыбачить, ловить. Бесплатный корабль, по которому можно будет, там необитаемый остров. И, короче, много чего всякого интересного. О. Самые редкие проще рыбы. Говоря, гусь делает фишинг-симулятор. Да. Топчик квест, конечно. И нет, это гусь. Квест, надо найти 5 рыбок. Нет? Так, теперь самая это гениальная флот. Постройка от уха. Смотрите. Давай, главный пельмень показывает наш, его постройку. Это самая плохая это постройка, что я видел. Забрал, тебе банда? Короче, тут у меня есть... ладно, это не важно. Это пока что заготовки, которые я пока не использую. Это не важно. Так, короче, начинаем. А я главный враг. Тут, короче, я добавил такие, типа, зубцы, чтобы отказалось кого-то крепость и сами стены. Тут градиентовая стена, через которую фиг пройдешь. Поэтому я сейчас отключаю коллизию и прохожу. Жестко. Да. Тут у нас проход, где есть фонарики, коробки, которые летают, и вентиляция. А что дальше, я не расскажу, потому что там секрет. Так, начинаю смотреть игру Арти. Ой, ну то есть квест Арти. Короче, вот испытание. И всего нас 3 человека, которые будут оценивать эту постройку. То есть ее проходить. А, ну ты администратор, ты не будешь ее оценивать. Короче, мы будем оценивать ее по 10-бальной шкале. Но сначала мы поиграем в нее. Так, что нам надо делать? Нам нужно взять эти доски и построить мост. Я спросил, вы все поняли? Да, конечно. А ты все понял? Точно. А, у меня микрофон был отключен, извиняюсь. Так точно, капитан. Расфиксируй нам. Все, я пришел. Свободу! Свободу! Требуем! Свободу, как так. Так, подожди, да я построю сам первый. Нам нужно действовать совместно, а то мы все помрем. Давай. Так, джетпаки нельзя использовать. Если вы упадете, то идите. Ой, я уроню доску в бездну. Я попробую. Давай. Ты сможешь. Так. Ставь. Я немного как-то ее кривовасенькая, знаешь? Давай, я ее примагнитил, давай. О, все. Поставил. Давайте, Арти, ставь доску. Блин, как-то странно, ты ставишь ее, давай. О, нормально. Все, мы поймали Арти. Опачки, блин, опять доску уронил, уже вторую. Меня здесь это колошматит как колбасу. Как колбасу? Да. Так, подожди. Если я... Чем, не как пельмешка. Иди, короче, вот сюда, иди. Вот. Куда? А зачем нам вниз прыгать? Ты чё? Мы не дураки. Вот сюда иди. Сюда пошли, Арконус. Нам не удалось выжить, но мы можем пойти сюда. О, тут портал коричневый. Серый, короче, портал. Я убираю. Мы выжили, и доски наши тоже. А, я сервер очень сильно лагает. Давай, я закрываю. А я идти не могу. Оба. О, все, я смог примагнить. Расфиксируй. Пошли. А, да, я извиняюсь. Арконус, побежали, Арконус. Так, я сейчас возьму палку. Осталась одна досочка или две. Смотри, все, я сделал так, что мой... Где моя палка? Где моя доска? Так, ладно, по новой. Ой, не пал. Давай, беги палку. Тихо, стоп, оп, оп. Опа, пошли. Погнали. Ладно, давай, на, иди. Без шуточек. Давайте, проходим, не стесняемся. Это мы на полном серьезе. А, я по тебе по паркурю. Оба, давайте, я прошел. Так, теперь нам нужно вставить себе блоки, которые мы хотим превратиться. Только один из них. Я думаю, я буду шариком. Смотрите, как я буду мастерски использовать пушку. Оу, я долетел. На пушке. Не будем недооценивать пушки, они бобовые. Пушки очень крутые. Так, никогда не недооценивайте их. Да ё-моё. А чё, мне ждать? Мэтч, о! Арти стрельнул с пушки, но полетел в обратную сторону. Давай.
Давай, давай, давай. Сюды, 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 сюды. Молодец, Артем. Прекрасно. А, у меня слишком тяжело. Теперь его спина. У меня шарик сломался. Сейчас будем выкарабкиваться по методу Арконуса. Арконус, давай со мной, стой, Арконус. Я перелетел немножечко, но это нормально. Нам нужно найти кнопку теперь. Ищем. Чё тут так много? Мы сыщики. Шерлок Холмс и вы в одном флаконе. А я нашел. А нет. А я нашел. О, кликай, давай. Идем. Фликс из Бутон. О, открылась вся дверь. Лабиринт. А я не понял, а чего дверь не открывать? А, откройте. А, она была на дереве. О, мы попали в бэкрумс. Бежим отсюда. О май, так вот что это. Закуплись. Сюда бежим. Так. Я нашел тупик, поздравляйте. Поздравляю. О, я нашел выход сюда. Уверен? Да. Да, о, да. Нам нужно сейчас будет красить пол, и у кого больше останется, тот и победит. Или краш, толпы. От первого лица только можно. Так, у кого какой цвет будет? Арти, у меня будет зеленый, как у травы. У меня вот такого. Я вот такого цвета. У тебя какой? А можно фиолетовый? Можно фиолетовый? Я да. Я будет такой цвет, хотя. Включая первое лицо и начинаем на счет 3, 2, 1, начали. Все, останавливаемся, больше не красим. Ух, больше закрасим. Кто моет опять перекрасил? Арти, зачем этот цвет еще сильнее перекрасил? Все, Арконус проиграл. Все, ты у нас выбываешь. Ой. О, теперь будет совместный паркур. Кто-то там, кто-то тут. Выбирайте. А может, ты будешь? Давайте, вы вместе проходите паркур, а я один. Тут, ой. Нам нужно... ты мне выключил. А, тут выключаем друг другу, ясно. Ух, мне включи. Сейчас еще. Ой, я тебя включаю, на, проходи. Ладно, я спидранер, я пройду все это. Она никто не включилась. Не... Все, я прошел дальше, ура. Ух, а ты меня не включил. А я не буду тебя включать. Я вообще-то включил эту ловушку. Я тебе помогу. Олег, вы вдвоем не можете паркур пройти, серьезно? Эй, конфеты нельзя. Ой, ты меня отключил. Так, Артем, сейчас. А пропустите меня наверх, я не могу. Эй, а про меня забыл-то. На песок идите. Помогите. Помогите. Вон я пошел. Я просто... Теперь нам нужно сломать вон ту стену хедшотами. Нам нужно разбить ее в клочья, давайте. Бам, ой. Бум-бум-бум-бум. Бэм-бам. Ой, ело. Тут! А, я знаю, как надо пробивать стены! Так, Арконус, сопровождаешь ты меня, давай. Три. Два, один. Поехали! Поехали, давай, нет, меня. Смотрите, о, давайте, увидели, как я стену пробью. Не нажимайте мою, мою не нажимайте. Смотрите, я стену пробил! Не представляете, как я... Ой. Арти упал. Это была обманка. Арти, ты заскамлен. На, иди, на джетпаке лети. Заскамили Арти. Это конец. Стойте, сколько из 10 ставите очков? Я ставлю 10, а постройка реально имбовая. За задумку 10, но воплощение, знаешь, на семерочку. Так, семерка Арти, а Муганан. Я ему поставил 8, ты поставил 10, вон 7. У него 25 очков, он пока что почти что самая лучшая постройка. Ну хотя на данный момент самая лучшая, наверное. 25, это очень неплохой результат. Так, я так понял, нам надо в эти домики зайти. Так, всего мы будем оценивать по 10-бальной шкале, как вы знаете. Нам бежать? Не, обратите внимание, какая красивая тут трава везде. Пиши в чате 3, 2, 1. Подожди. Становитесь в ряд. Становимся в ряд, давайте. А что он пишет? 3, 2, 1. А как нам знать, красный цвет, не красный? Опачки. Отворачивайте, кукла. С носом, как у жителей Майнкрафта. Отворачивайся, блин. Чего она стоит так? Да там Арти двигается. Опа, опа. Я не двигался, честное слово. Не надо меня стрелять. А можно мне как... Ой, он кого-то стрельнул. А что если я побегу? Во-во-во-во. Вижу эти снаряды. Стоп. Я не вижу снаряды. Ого. Ты кто такой?
Блин, тут невидимый лабиринт, реально. Я буду за тобой идти. Ах ты! Я за тобой. Около меня тут нету прохода! Есть проход, видишь, как я впереди. А, нет, за что он меня застрелил? Теперь сами ходите, я не буду. Эта кукла не хочет нас пускать самим невидимыми стенами. Что ты делал? Ого, ты куклу сломал! Арти, зачем ты это сделал? А, ну ты же нам помочь хотел. А непонятно, она повернулась или нет? Ахаха, даже. Так, Ерор, Егор. Егор. О, все, я прошу. От 1 до 10 оцениваем, кто сколько баз даст. 8 из 10. 8, кто сколько даст, ты что? 6. Так, 8. Ух, ты сколько даешь? Нет, ты сколько даешь? Ты, а я не буду считаться. Могу поставить твердую восьминорочку и 5 десяток. Так, знаешь, сколько он получает? Так, сейчас 16. Я твои 10, вот, 5 десятых 5. Не буду брать, они это... 22,5. 22,5, все. А как так-то? Почему? О-хо-хо, вообще круто. А что там было написано? А там был Dead Hunter. Всё, Арконус у нас будет охотником, а мы будем сбегать отсюда. Типа ты нажимаешь на кнопки, у нас что-то ломается. Тоже из Майнкрафта. Все из Майнкрафта берут. Что-то как-то оно не так работает. Короче, ладно, пропускаем, оно сломало. Ура, мы прошли! О, тут что делать? А я буду им мешать. Ах ты, блин, о, почему крутится? О, я прошел. Молодец. Давай дальше пройдёшь, давай. Гусь, ты сможешь. А, уже никак. Оп, бутс, я уже прошел до конца. Ой, блин, я боюсь этой штуки, реально. Последний не работает. Тут. Привет, Арконус. Здравствуйте. Ну, прикольная игра, но тоже из Майнкрафта. Все, блин, из Майнкрафта у вас. Тут надо починить немного. Так, чё? Ой, тут три кнопки, ну какую нажимать? 3, 2, 1, начинайте прохождение свое. Хоп-хоп-хоп. Чё-то без понятия, что эта кнопка делает. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Гусь упал. Знаешь, в чём прикол? Типа, Арти, зачем ты сделал там? Проходи, Иуа. Иуа опережает вас всех. Опа. Блин, он не проходит. Ух, нажимай обе. В смысле, как? Давай. Ой, блин, он не бьет-то. Да, обе, потому что... О, нет, он берет саблю и идет за мной. Не надо. ПВП врубай, ПВП, а то не сможешь меня зарезать. А-а-а, не надо. Можно я в следующем буду. Оказывается, там фиксацию надо подключить. Пуф. Ну все, ух, это война. Это не война, отцепитесь. Ты умрешь, я тебя убью. Мы... Спасите меня, пожалуйста, он хочет меня съесть. Так, короче, я начинаем проходить, гусь у нас будет нас убивать. 3, 2, 1, можно? Да. Погнали. Тыгдын, давай. Тыгдын. С камер, блин. Я прошел дальше. Опа. Хоп. Пока. Какую кто оценку дает? Стоп, Арконусу и Арти нельзя оценивать. Я игра крутая, но взята из Майнкрафта плюс мало возможностей. Я ставлю 5. Слушай, у нас как бы было гораздо меньше времени, чем у вас. Ладно, ставлю 7. Я тоже 7 ставлю. Я 8, 1, 7, а ты сколько ставишь? 6. Я 10 ставлю. Тебе нельзя ставить. Так, итого у вас получается. Так, 15. 22 балла, неплохо. Может, ну что, потому что у нас меньше времени. Ладно, пошлите в мою команду, сейчас я загружу самый топовый квест, который вы никогда не видели в своей жизни. И он очень имбовый. Но я его не успел достроить, так что он выглядит немного тупо и глупо. Значит, полный мусор получился, ну ладно, идемте сюда. Все-таки надо посмотреть.
никуда не нажимайте, ни на какие кнопки, никуда, без моего ведома, понятно? Никуда не нажимайте. Так, оценивайте сначала декор, как вам декор? Посмотрите на вышки, какие там пулеметы, светильники, вот это все, и на это я потратил больше всего времени. Красиво? Ля кокой. Блин, я сколько старался, вам что, не нравится? Я поставлю. Все хорошо, очень. Ладно, декор, ладно, декор это ладно, пошлите дальше. Смотрите, на всей карте есть динамиты, их нужно подобрать. А где динамиты? Вот смотрите, появились динамиты, нужно на них нажать. Оп, давай. Я нажал. Один раз нажимаете, их всего 4 на карте, вот еще один. Красивые, кстати. И вот тут еще один, смотрите, я на него нажму. Смотрите, появились вон там динамиты, они задетонировались, и вон кнопка, чтобы их взорвать. Ну чё, готовы? Сейчас будем пробираться в бункер. Оу, а. Зайки, нажимайте на кнопку, чтобы их взорвать. Они... Так, теперь нам надо валить через вентиляцию. А, нет. Нужно найти секретную кнопку, которая здесь спрятана, чтобы открыть вентиляцию. А я пока подвину коробку. Я нашел. Опа, вентиляция открылась, побежали дальше. Бежим. Давайте, спецназы, нам надо быстрее. Там еще одна кнопка, кстати. Я слишком... Смотрите вниз. Куда вы пошли, блин? Смотрите, вот тут чертежи секретные. Их. Мы спецназ. Вот. Это их карта, которую нам надо сфоткать. Мы ее сфоткали и пошлите дальше. Ой, они уже открыли. Мы прошли плохую концовку. Нас убили, Сэгги. А хорошая есть? Хорошая нет, есть только секретная. Короче, надо зайти в эту дверь. И там будет секретная концовка. Но надо будет прыгнуть. Нет, прыгнуть сюда. Тут без коллизии. Заходим сюда, и тут сцена с КВ-44. Смотрите, вот вы попали сюда, и тут сцена с КВ-44, который активирован. Где вы? Заходите в портал. Вот. И там КВ-44. Как ты прошел, блин? Нет! Туда нельзя было! Нет! Нет! Я забыл коллизию включить! Ну блин, мне не хватило времени, чтобы вот этот сюжет, конечно, баги убрать. Я не успел, мне буквально 10 минут не хватило. Нормально, все равно. Ну, давайте оценки, я жду вас и оценки. Кто еще сколько поставит? Я поставлю за... Я сейчас высчитаю среднее арифметическое. Получается, если за декор, я поставил бы 10. Но за... 1 балл. За саму идею я поставлю, наверное, баллов 8. Да, вот, 9. А Аркону сколько ставит? 9 я поставил. Короче, сейчас нажимаю на эту кнопку, на этот рычаг, и вы заходите в портал. Давай. Там... Все, заходим. Заходим. О, найдите вот мне 5 рыбок. О. У вас есть... Я нашел первую рыбку. У вас есть несколько минут, и вас затопит это. А, если мы не найдем всех рыбок, то нас затопит. Давайте еще вон ту акулу подберем. Так, это уже получается 3, что ли? Мы уже вообще, мы всех вроде собрали. Так, а стоп, мы все, да, нашли всех рыб. А, блин, а что? А, смотрите, мы нашли рыбу, и они нашлись тут. Что теперь будет? Смотри, там лодка была, тут вот на лодке плавать можно. Ой, нормально плаваешь. Цунами! О, нет, нас затопило, мы не успели. Мы не поймали всех рыб. Так, сколько кому баллов? О, привет. Он меня в цунами говорит даже, поймай мне 5 рыб. Стой, Арти, какую оценку даешь? Короче, я ставлю 10. Аркону сколько ставишь? Так, 18 уже имеется. Сейчас... А, ты 7? Двойку ставишь. Так, я тогда ставлю... Ну, идея прикольная, но хотя и так стырено, ну ладно. Нет, ну декора тут реально немного мало. Например, голову можно было бы кругами немного сделать. Так, ну я поставлю... Давайте я 8 поставлю. Да, ну вот и все. Получается вот так. Ладно, ну, в комментариях буду... пусть люди пишут, сколько кому поставят оценочку. Знаешь, типа, потом они все будут ставить именно две большие оценки. Типа, что ты как-никак этот, все-таки владелец канала. А, не надо сейчас что-то придумывать. Нет, все будет честно. Оцениваем все, только честно и только честно. Всем спасибо за игру. Все, всем пока. Всем пока. После этого видео я потратил все свое золото на блоки, кстати. Ладно. Всем пока.